Із 1 травня припинили фінансування санепідслужби України. Це пов'язано із намірами уряду реорганізувати єдиний державний орган, задачами якого є контроль за екологічними нормами, попередження епідемій, проведення профілактики інфекційних захворювань і багато інших. Про те, чи буде гідна альтернатива цій службі і чим взагалі може обернутися таке реформування, будемо говорити із гостем студії. Головний санітарний лікар Дніпропетровщини Андрій Кондратів. Добрий вечір. Приветствую вас. Я начну немножко не с этого, мы поговорим о реорганизации обязательно немножко позже. Вот хочу такой острый вопрос, никак не можем мы вот найти правду, потому что разные данные. Я знаю, что, по-моему, ваша информация была 19 января. В Днепропетровске был случай, когда 14 людей пострадали от укуса бешеной собаки, да? Да. И вот есть информация о том, что недавно, совсем недавно случился случай, привезли человека якобы, да, он был с укусом, врачи, это больница на Канатной, сказали, что он заражен энцефалитом, и вот есть у нас данные, но не проверены, что этого человека уже нет в живых. Проясните, да, действительно, ситуацию. Значит, вот, правда лежит в следующей плоскости на сегодняшний момент. Действительно, в январе была ситуация в Ленинском районе с собакой хаски. Угу. Было целый ряд людей покусаны, оцарапаны. Контакт был с этой собакой. В том числе и работников. Да, безусловно, в том числе клиники. И работников ветеринарной клиники. В результате мы получили, собака пала. По данным лабораторным исследований было установлено, что собака была бешеная. Угу. На сегодняшний момент то, что мы имеем, угу, вот практически сегодня на днях, это мы имеем ситуацию, когда человек проконтактировал с собакой, ориентировочно порода кавказская овчарка, опять же, не будем, угу, вдаваться в ветеринарные тонкости, контактировал, был укушен, результат на сегодняшний момент смерть человека, диагноз бешенство. Уже подтверждено. На сегодняшний день, врачи, да, почему-то об этом вот нашим журналистам не говорят. То есть информацию... Мы имеем как-то... определенную систему реагирования и определенную систему информации. Угу. Мы получили соответствующее экстренное уведомление, соответствующую информацию и отработали. Так, о чем это говорит? У нас в области том, что... есть, в городе есть опасность заражения. Это говорит о том, что собак. В последний раз в 91-м году на территории Днепропетровской области фиксировался случай смерти человека от бешенства. Мы на сегодняшний момент, я так понимаю, вернулись в тот же самый временной промежуток. Это не шаг в Европейский Союз, а, наверное, прыжок в сторону каменного века. Именно с этими заболеваниями, которые абсолютно для цивилизованного общества неадекватны. Почему? Потому что необходимо, чтобы каждый хозяин нес ответственность за свои поступки и поступки людей, которые его окружают. И кроме этого, нес соответствующую ответственность за себя, который завел своего питомца прежде всего, за то, что он его прививает своевременно, контролирует его поведение и так далее. Если относиться, конечно, к животному по принципу «хозяин тот, кто его кормит», то мы получим результаты, те, которые мы на сегодняшний момент имеем. Санэпидслужба предупреждала от возможности таких ситуаций. Ленинский район, почему он, так скажем, выделяется на общем фоне? Большое количество лесистых районов, лесопосадок, расположенных рядом. Как правило, осуществляется следующая ситуация. Контакт то ли домашних животных, домашнего животного с дикой природой, то ли выгуливание этой собаки, то ли собака убежала, не было соответствующего контроля. Дальше контакт с лисицей, как правило. Ну, опять же, это ситуация, как правило. В этих рамках она и развивается. Кроме того, что вы санэпидслужба предупреждала, что вы должны и что вы можете делать в этой ситуации, чтобы ее предупредить? Наша задача в любом случае возникновения эпидемического осложнения – это не дать распространиться заболеванию. Санэпидслужба и задача санэпидслужбы – не дать распространиться максимально широко этому заболеванию. Угу. На сегодняшний момент в любом случае, при любом заболевании эпидемическом, происходит отработка этой ситуации, локализация очага. Все, что зависит от санэпидслужбы, в каждой ситуации отрабатывается практически полностью. Особенно это касается особо опасных инфекций. То есть инфекций, от которых они молниеносно распространяются среди людей. И
есть печальные последствия. Вот в данной ситуации есть соответствующая отработка, есть локализация очага, есть работа с контактными, поскольку с этой же собакой есть возможность контакта целого ряда лиц. Вы же понимаете, что собака достаточно крупная, есть соседи, никто из нас не проживает абсолютно в выделенной территории, тем более это достаточно густонаселенный район, Ленинский район, опять же, есть определенные территории частного сектора. Поэтому по локализации вспышки на сегодняшний момент что-либо говорить о том, что отрицательно, либо работники санэпидслужбы не сработали, говорить нельзя. То, что касается по факту есть смерть человека. А вот врачи данной больницы говорили об энцефалите. Насколько это сейчас возможно? С точки зрения, я понимаю, что не подтвердился. Да, с точки зрения медицинской есть определенная схожая симптоматика, есть определенное схожее течение лечения. Ну, в данном случае, к сожалению, так скажем, человек умер не от энцефалита. А с этим диагнозом у нас все спокойно, у нас то, нет, что касается энцефалита, в чем связана как бы проблематика энцефалита? Проблематика энцефалита была связана в основном с тем, что люди посещали отдаленные лесистые районы, касающиеся, как правило, Крыма, иногда Западной Украины, потом приезжали к нам непосредственно в Днепропетровскую область. Вот с таким контингентом мы, как правило, работали. К счастью, те клещи, которые на сегодняшний момент есть на территории Днепропетровской области, они не переносят это заболевание. Но опять же, происходит всегда миграция, природа не терпит пустоты, есть возможность в любом случае. Укус клеща – это не безобидный укус комара. Это попадание в кровь тех или иных болезнетворных агентов. На сегодняшний момент в Днепропетровской области таких случаев не зарегистрировано, не зафиксировано. Ну и давайте теперь поговорим о вашей службе, несмотря на прекращение финансирования состоялось, да? 1 мая текущего года мы получили дефицит по зарплате в 100%. Ну, вы продолжаете быть главным санитарным врачом, и служба существует пока еще, и работает, и а как дальше жить? Как вы будете жить дальше? С теми коллегами, с теми людьми, врачами, перед которыми я прежде всего преклоняюсь, с которыми я работаю на сегодняшний момент, я постарался максимально объяснить ситуацию людям, то чтобы они понимали, для чего они работают, какие у них задачи и цели. Мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен, но на сегодняшний момент мы работаем с фанатами, с людьми, которые это действительно люди, которые прошли большую жизненную школу, и которые понимают, что ихняя работа действительно людям необходима. Проще всего сейчас развернуться, уйти из помещения и сказать, что будет зарплата, будем работать. На сегодняшний момент эти люди реально понимают, что есть уже первые звоночки, таких звоночков достаточно много, есть вопросы с ротавирусными инфекциями, есть вопросы с заболеванием в детских дошкольных коллективах, впереди оздоровительная кампания. Мы, наверное, несем ответственность прежде всего перед собой и перед обществом, в котором мы находимся. Ну, смотрите, я сказала о том, что наше правительство имеет намерение, да, пока только реорганизовать эту службу. А с чем они связаны? Какими они могут быть, по вашему мнению, по вашим данным, по вашей информации, какими эти намерения могут быть? Вашу службу могут ликвидировать совсем, ее могут как-то видоизменить. Да. Что будет со специалистами, которые работают сейчас, ну, пока еще работают? На сегодняшний момент есть соответствующее постановление Кабинета министра Украины, которое подразумевает реорганизацию, в том числе санэпидслужбы, путем слияния с службой ветеринарной медицины и защитой прав потребителей. Причем слияние это осуществляется на базе и под контролем ветеринарной медицины. Ну, я думаю, в первой части нашего общения мы уже получили информацию о результативности работы. И не хотелось бы, чтобы ветеринарные врачи занимались вопросами вакцинации наших детей. Ну, а чем чревато для нас это? Я понимаю, что, ну что скрывать, нареканий на работу службы действительно очень много, и, в общем-то, не всегда хорошая репутация была, да, но, тем не менее, есть большие опасности в связи с отсутствием службы. Если так случится, этой службы не станет вообще, да, кто, например, будет осуществлять контроль за работой торговых предприятий, да, за работой там, и состоянием детских учебных вопрос учреждений. Заключается больше не в торговых предприятиях, а в возможности возникновения, например, эпидемических осложнений. На Западной Украине на сегодняшний момент можно четко говорить об эпидемии кори. Это полностью вакциноуправляемая инфекция. Это пережиток прошлого, это недоработка санэпидслужбы, лечебной сети в конкретном месте, в конкретном точке. То есть
Нас ждут, значит, в этой ситуации эпидемии и возникновение тех заболеваний, о которых мы уже давно забыли, и о которых студенты-медики могут прочитать только в учебниках по эпидемиологии. Ну, я понимаю, что вы лицо заинтересованное в данном случае, да, поскольку это ваше ведомство, это ваша работа, и вдруг так случится, вы можете остаться без работы. Так может случиться? Я лицо заинтересованное прежде всего, почему? Потому что я живу в городе Днепропетровске. Потому что здесь живет моя семья. Вот прежде всего я поэтому заинтересованное лицо. А то, что касается места работы, ну, то, что касается непосредственно меня, вопрос передо мной так не стоит на сегодняшний момент. Как бы, я понимаю, не останетесь без работы. Это не тот вопрос, на который бы хотелось поставить акценты. Хотелось бы поставить акценты на безопасности общества на сегодняшний момент и о том, что государство должно гарантировать человеку жизнь и здоровье в этом обществе. Хотелось бы, чтобы государство контролировало и гарантировало то, что ребенок, который пошел в детский сад, он вернется оттуда здоровый. Человек, который оказался на больничной койке, он получит нормальное питание и нормальное качество медицинского обслуживания. Сколько сегодня людей работает в вашей службе в Днепропетровской области? В Днепропетровской области мы сейчас на сегодняшний момент имеем штат порядка 300 человек. Если случится реорганизация, что говорят о штате? Его сократят, его оставят, его переведут, его переименуют? Что будет? На сегодняшний момент штатной структуры новой нету. То есть все только предположение о том, насколько будет сокращено. Есть соответствующее распоряжение Кабинета министров, которое подразумевает сокращение на 20%. Но на какие реальные штатные единицы мы получим, уже учитывая экономию бюджета, мы фактически на сегодняшний момент люди написали заявление на отпуск за свой счет. То есть мы работаем в сегодняшний момент полностью на энтузиазме и на желании людей помогать другим людям, помогать обществу. Может быть, собственно, мы рано бьем тревогу, может быть, это пока еще, ну, задержки по зарплате сейчас есть у многих государственных предприятий. Может, к сожалению, это... документы говорят о другом. Документы говорят мы о другом. Мы искренне надеемся, что будут проведены соответствующие мероприятия финансовые, будут изменены соответствующие проведены переброски денежных средств, и мы получим достойную, как бы, зарплату, которая была предусмотрена, как бы, ежегодным нашим пособием, ежегодной нашей, как бы, работой, и в том числе в 2015 году. Хорошо, а с 20% сокращением штата? Штата, да, правильно я поняла? 20%. Вы сможете выполнять те же объемы работ, которые были ранее, те же задачи? Я думаю, с теми людьми, которые на сегодняшний момент остались в службе, с этими фанатами, можно пережить и большее сокращение. Так не хотелось бы говорить, но это действительно люди, которые своей работоспособностью доказывают, что они готовы и хотят защищать на сегодняшний момент общество. Возможно все-таки, да? Я думаю, что это возможно. А о каких перспективах говорят? Вы сказали, есть документы. Что, какие сроки, какие даты называют, когда станет известно, как ваша служба будет выглядеть дальше? Есть соответствующие распоряжения. Планировалось проведение этих изменений на первый квартал 2015 года. Эти изменения не были своевременно проведены, и в связи с этим мы получили дефицит финансирования. Угу. То есть санэпидслужба должна была изменена к 1 апреля текущего года. Сейчас мы вступаем во второй квартал уже. Позиция эта не была проведена, не была законодательно освещена, и поэтому получилась вот эта, вот, так скажем, финансовая яма. Угу. Мы ожидаем, что будут соответствующие передвижки, мы сможем проработать определенный период времени до уже непосредственно самой реорганизации. Угу. Такая ситуация по всей Украине или это опять эксперимент с Днепропетровской области? На сегодняшний момент, по всей Украине. К сожалению, ситуация по всей Украине. Угу. Ну что, пока только ждем, да? Получается, ждем, вы работаете, все мы стараемся. Надеются на то, что ситуация прояснится в ближайшее время. Мы стараемся, что днепропетровчане не увидят и не почувствуют того, что в санэпидслужбе произошли какие-то изменения с точки зрения финансирования, и что они находятся в состоянии, так скажем, подвешенном по вопросам финансирования. Мы искренне надеемся, что никто этого не заметит, и это останется нашей, так скажем, внутренней проблемой, которую мы своевременно и быстро решим. И мы надеемся, что ухудшение вашей работы не произойдет. Спасибо. Спасибо вам за участие. Я ще раз дякую нашому гостю, головний санітарний лікар Дніпропетровщини Андрій Кондратів. Мова йшла про реформування санепідслужби України.